отель «Пеликан». Да. Чего желаете? Жареного фазана? Такого мягкого? Такого сочного? С поджаристой корочкой? А, к сожалению, фазана нет. Уже съели. Да. Бифштекс? Не советую. Не прожуете. Ну, сам пробовал, зуб сломал. Да. И вообще у нас ничего нет. Идите-ка вы лучше напротив. В ресторан «Рыжая собака». Да, да. Ой, ой. Как мне надоело возиться с этими посетителями. 40 лет, одно и то же, одно и то же. И чего я только не делал, чтобы отвадить от нашего ресторана. Ничего не получается. А сегодня они вообще не кстати. Сегодня в нашем ресторане состоится званый ужин. Дядя Пеликан! Что такое? Дядя Пеликан! Что такое? Здравствуйте, дядя Пеликан! Будущий академик. Дядя Пеликан, вы видели мою мамашу? Какое у нее сегодня настроение? Сегодня она, не покладая рук, работает на расширение фарфорового производства. Как это так? С утра бьет посуду. Это очень неприятно. Как раз сегодня я и хотел кое-что рассказать. Сегодня? Нет, сегодня не советую. Сегодня день тяжелый. Ну, ждать больше невозможно. Дядя Пеликан! Что? Дядя Пеликан! Что такое? Смотрите, дама из 16 номера. Знаю, мадемуазель Мари, она вам нравится. Даже больше. Понимаю, понимаю. Вы в нее влюблены. Еще больше. О, упаси бог! Уж не хотите вы на ней жениться? Еще больше, я уже женился. Ой, боже, действительно, куда уж больше. Дядя Пеликан, что? Дядя Пеликан, поверьте, моя Мария, она очаровательна. Ой. Вот только у нее есть темное пятно. На лице. Что вы? Биографии. Понимаете, она из такой среды. Она из цирка. Из цирка? Ой, вот ваша мамочка-то обрадуется. Да если она узнает, что ваша жена циркачка, то она... Что? Ой, она перебьет не только посуду. Ой, нет, нет, меня это не устраивает. Но сегодня такой день, и мой юбилей, и вдруг такой сюрприз. Ой, мамочка, мамочка, мамочка. Приятный голосок у нашей хозяйки. Вот порода, помесь тигра с гремучей змеей. Маленький.
такого ребенка что получится? Мадам Каролина, что вы знаете? А я вот как сейчас помню. Вы вот здесь ползали на четвереньках. Да, да, да. На вас ничего не было. Нет, ну только спереди передничек, а сзади такая маленькая пуговка. Возьмешь как бывал на ручки и так это хлоп по пуговке. Хлоп по пуговке. Хлоп по... Да, теперь одной пуговки не обойдешься. Потом любил.
она женится.